Фух, ну что, очередной собор. Зашли мы в главный собор Пизы. Ну, крутой он тоже, блин. Весь тоже мраморный. С этим самым, с гербом. Потолок обалденный. Потолок, как в этих, как в замках у них. Базилика. Тоже очень много картин. Интересно, они здесь расподписаны. Подписаны как... В Санта-Мария-Новелла самое лучшее было. А, здесь они как в музеях подписаны. Нужно будет посмотреть потом, кто же расписывал эту красоту пизанскую. А ну, здесь... Мы уже, как искушенные зрители, знаем так, кто эту картину рисовал. Это Себастьяно Конча, 1680 год. Уже старенький этот собор. Манчини Франческо. А, ну здесь уже он получается помоложе. 1700. Конечно же, кафедра шикарная. Интересно, кто ее делал. Кафедра сделана Джованни Пизано. Я читал про него, что он здесь работал в Пизе. Конечно, она вообще крутая. Она круче даже, чем те кафедры, сделанные по Нелеске. Может быть, он у него учился. Очень крутая, обалдеть. Красивая. Поперечные нефы, кресенты, и вот, ай-яй-яй, какой обалденный здесь вообще образ, какая красота, мама.